Поговорим с Алексом Хантером, который дебютировал в форме мадридского Реала. Алекс, как ощущения? Еще с самого детства я мечтал играть за клуб Реал Мадрид. Хотел этого больше всего на свете. Вот такие чувства у меня были. Это мечта. Я счастлив. Просто на седьмом небе. Ваше волнение заметно, Алекс. И оно радует. Спасибо, что поговорили с нами. Вам спасибо. Всегда рад. До скорого.